евро-доллар. Вот хотел обратить ваше внимание, вот этот дневной график. Вот сейчас как бы ситуация, она несколько неоднозначная. То есть с одной стороны, вот сейчас вроде бы рисуется разворотная формация. То есть был достигнут минимум проторговкой, это закреплено. И соответственно при благоприятном раскладе может быть движение по евро-доллар к 1,1218. Если эта цель достигается, то скорее всего она пойдет на 1,1363. Это локальные такие цели. Вот. Но в том случае, если ЕЦБ перегнет палку или начнется кризисное явление с перетоком денежных средств в доллары США и Соединенные Штаты, то, соответственно, при прохождении вот этого уровня 1,1025 на повышенных объемах, соответственно, евро может очень крупно завалиться. И, соответственно, в этом случае первая цель движения вниз, она будет 1,0608. Даже 1,0658. Вот. Поэтому здесь все зависит от того, как проистекает текущая экономическая ситуация, взаимоотношения с Китаем, Соединенных Штатов, а также от монетарной политики ЕЦБ. Если начинают печатать деньги, то могут вот сюда вот вниз вынести. Но пока как бы с технической точки зрения я вижу больше предпосылок для того, чтобы произошло отражение и, соответственно, движение вверх по тем уровням, которые я обозначил. Спасибо за внимание. До свидания.